Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов в рамках реализации проекта «Новая школа» проинспектировал ход возведения школы на 550 учеников в селе Немчиновка. Сейчас на объекте обустраивают фундамент, идут монолитные и гидроизоляционные работы, обратная засыпка и монтаж наружных инженерных коммуникаций. Общая строительная готовность объекта составляет 10%. Задача по срокам – до конца года ввести школу в эксплуатацию, подчеркнул Андрей Иванов.